Это была великая личность. И даже внешний вид его, высокий, статный, крепкое телосложение, богатырь настоящий. И кроме того, он получил великолепное образование военное, окончил бронетанковую академию, окончил академию генерального штаба с золотой медалью. Прошел 4 войны, финскую, Великую Отечественную войну от звонка до звонка, сирийскую и афганскую. Для нас это национальная гордость. Первый карачаевский генерал, удостоенный более 40 правительственными наградами СССР и зарубежных стран. Уважаемая Лилия, мне очень приятно, что вы так хорошо беспокоитесь об отце. Ваш отец, генерал-полковник Магомедов, служил в вооруженных силах длительное время. Я знаю, что ваша республика отмечает 90-летие генерал-полковника Магомедова. Этот человек достоин, чтобы действительно отметили его как верного сына своей Родины, верного сына своей республики, человека, преданного своему народу. Он достоин того, чтобы вся республика поклонилась его праху. Он достоин этого трижды. От меня передайте нижайший поклон его вдове и кланяюсь вам за мужественного человека, горца, который своим именем украсил наши вооруженные силы. Имя легендарного генерала Султана Магомеда известно за пределами нашей страны. Так, например, вот он сам при встрече рассказал, когда был советником, главным советником министра обороны Сирийской Арабской Республики, то многому научил арабов-сирийцев, офицеров сирийской армии. И добился при его участии, сбили первый израильский самолет. Какое было ликование у сирийцев, что они могут сопротивляться. Он вселил им уверенность бороться за свободу. Он многое сделал для укрепления дружбы между Сирией и СССР. Настолько высок был авторитет султана Магомедова, что он дружил лично с президентом сирийским, с Асадом, Хафиз Асадом. Рассказывали, что Магомедов пригласил Асада в гости. Послал полковника Ермина к послу Советского Союза в Сирии Мухиддинову. Мухиддинов сказал: неужели, говорит, Асад принял приглашение Магомедова, а я, говорит, меня не принимал. И когда пришел, удивился, что Асад был в гостях в резиденции главного советника сирийской армии. Магомедов рассказывал, что он им показал Хинафим Чапай. Он рассказал, что он облетел всю территорию Афганистана, горы,
Горы, горы, горы. Сколько Англия боролась, не могла победить Афганистан. Поэтому у меня, говорит, было особое мнение насчет нахождения советских войск в Афганистане. Это мною было выражено в засекреченном письме военному министру, но в верхах не послушались. А что получилось, известно. Журнал «Ньюсуик» 11 февраля 80-го года писал: генерал-полковник Султан Магометов еще недавно занимал пост первого заместителя командующего Забайкальским военным округом. Магометов получил назначение на должность главного военного советника в Афганистане. Хотя он относительно не очень известен, западные аналитики полагают, что его роль может резко возрасти. Папа умер тоже как воин. Он был в Карачаево-Черкесии, выступал перед воинами-афганцами и умер прямо на митинге. То есть вот эта афганская война все-таки его достала, если не во время боевых действий, то несколько позже. Папа похоронен в городе Карачаевске. Я каждый год почти приезжаю, 31 августа прихожу на его могилу и вспоминаю об отце. Туда же приходят те, кто его знал, приходят ветераны, участники войны, вспоминают о нем, приходят учителя и ученики из пятой школы, поскольку пятая школа носит имя генерала Магометова. То есть много очень людей чтят его память, и я очень благодарна жителям города Карачаевска. Сам он очень много делал для своего народа. Он всегда, когда мог, приезжал, помогал. Он очень любил свою родину, и он сам тоже был сыном своего народа. Чиле ёлкем болса карачам чысалыгыз. Эй, алай салыгыз, ой. Ауруганланы карагыз да кая тешиктен алыгыз. Ой, алай алыгыз, ой. Ой, рирау, рирау, да рирара, рирау, рирара. Султан Кекилович был военачальник очень скромный. Во время моего пребывания в Москве я встретился с его первым заместителем по политчасти советнического аппарата в Афганистане генералом Тутушкиным. Тутушкин рассказывал, что Султан Кекилович был представлен, документах было представление на него, на героя Советского Союза. Однако все документы шли через главного военного советника. Он взял и вычеркнул свое имя. Я говорю Султанке: что вы делаете? Нет, солдат себя не награждает. Пусть, если достоин, пусть представляют другие.